Небесный покровитель Москвы и всей России. Самый младший из четырех сыновей Александра Невского наделен московским княжеством. И предначертано было ему судьбой заложить основу государства российского. И достался ему малый и небогатый московский удел, которому еще предстояло стать великим княжеством. Славные дела предстояло совершить нашему юному князю. Одним из важнейших событий в истории нашего государства, ознаменовавших новую веху в его развитии, стало укрепление и возвышение Москвы. Из небольшого поселения на Боровицком холме она превратилась в духовно-культурный и политический центр, вокруг которого стали собираться силы нашего народа. Как Киевская Русь немыслима без трудов равноапостольного князя Владимира, так и Московская Русь неразрывно связана с именем благоверного князя Даниила. Воспитание князя и управление вотчиной принимает на себя его дядя, брат Александра Невского, князь Тверской Ярослав Ярославович. 7 лет под руководством дяди отрок Даниил прилежно готовится к управлению своим княжеством. Свободное время он любил проводить в храме, читать священные тексты и слушать песнопения. А после кончины наставника 10-летний князь Московский становится суверенным правителем. Князь Даниил прекрасно понимал, что не может быть единства народа без единства духа. Потому-то он так и заботился о духовном развитии народа, об укреплении его веры и благочестия. Но и своей личной добродетельной жизнью он также осуществил высокое христианское призвание и явил нам удивительный и на самом деле редкий в истории пример сочетания смирения, великодушия, кротости и властных полномочий правителя. Однако для обладания титулом великого князя одной кротости и смирения было недостаточно. Князь должен был внушать трепет врагам и уважение союзникам. И победа над рязанским князем Константином в полной мере раскрыла стратегический и полководческий талант Даниила Московского. Согласно терминологии сегодняшнего дня, Даниил Александрович провел специальную военную операцию. Опасаясь конкуренции со стороны стремительно возвышающегося московского княжества, рязанский князь Константин готовился к войне. Для усиления своих позиций он призывает крымского хана к участию в набеге. Набеги и разорение славянских земель были для хана источником пополнения казны и способствовали укреплению его власти и авторитета в Орде. Не дожидаясь вторжения, Даниил Александрович нанес упреждающий удар и навязал сражение на землях противника. В результате он разгромил рязанское войско и обратил в бегство ордынцев. В ходе военных действий с рязанским княжеством в плен был захвачен рязанский князь Константин, которого заточили в тюрьму, казалось бы, но при этом Даниил Александрович окружил Константина всяческим почетом, уважением, содержал его в самых лучших условиях и в итоге уговорил его отдать эту Коломну, по сути дела, мирным путем. И таким образом московское княжество получило выход в Оку. То есть нижнее течение Москва-реки оказалось в руках московского княжества. Таким же мирным путем Даниил Александрович получил фактически Можайск, окончательно он вошел уже при Юрии Даниловиче. И таким же мирным путем он получил Переяслав. Это родовое такое гнездо
князей, потомков Александра Ярославича Невского. На него, конечно, претендовал его старший брат Андрей и даже войной пошел на Переяслав. Но, опять же, в силу того, что против него вышла очень серьезная коалиция Тверского и Московского князей, к ним еще присоединились некоторые князья, то Андрей Александрович, на тот момент великий князь Владимирский, отказался воевать и, собственно, мирным путем Переяслав вошел в состав Москвы. Вот это одна линия Даниила Александровича. И не случайно в народной молве впоследствии и в текстах, особенно московских текстах, там 15-16 веков, за Даниилом Александровичем закрепилось прозвание «миротворец». Марта 2023 года исполнилось 720 лет со дня смерти князя Даниила Московского. Он завещал, чтобы его погребли не в Кремле Стольного Града Москвы, а в своем любимом монастыре. И не в храме, как подобало князю, а на общем монастырском кладбище, как смиренному иноку. На протяжении долгих 7 веков Данилов монастырь неоднократно пытались уничтожить. Но каждый раз покровительством своего святого основателя обитель возрождалась заново. После закрытия монастыря в 30-е годы 20 века мощи святого князя Даниила исчезли, за исключением нескольких сохранившихся частиц. А в самой обители размещалась колония для несовершеннолетних. И только в 1983 году монастырь в плачевном состоянии был возвращен церкви. Здесь было разрушено все, что можно было разрушить. Собирались братья здесь, приходили новые люди, из мира молодые люди приходили, братья Троицергиевы лавры, которые сюда были посланы на послушание. И вот так формировалось братство. Формировался хор, который потом уже достиг такого высокого профессионального уровня, и сейчас он известен, хор Данилова монастыря, известен во всем мире. И вот так постепенно обитель росла. Сложные моменты были, трудности были материальные, духовные, когда мы каждый как бы узнавали друг друга, новый монастырь, новый устав, и в то же время подъем духа, потому что это было новое в истории Русской Православной Церкви. Даниилов монастырь в 1988 году стал всемирным центром празднования тысячелетия крещения Руси. А в 1993 году, во время трагических событий в Москве, здесь проходили переговоры противоборствующих сторон. И во многом благодаря этому посредничеству, под покровительством святого благоверного князя, России удалось удержаться от сползания к тяжелому гражданскому противостоянию. Возрождение Свято-Данилова монастыря объединило и сплотило общество. Кто-то приходил и выполнял посильную работу, кто-то жертвовал средства и иконы. Огромный вклад в восстановление обители внесли Виктор Виксельберг и его команда. Они смогли вернуть в звонницу ансамбль великолепных колоколов, чудом сохранившихся в Гарвардском университете. Промыслительно, что именно эта обитель стала первым монастырем, который был возвращен церкви советской властью к тысячелетию крещения Руси после десятилетий закрытия.
Отрадно, что и сегодня Даниловская обитель является духовным центром Москвы. Ежедневно сюда стекаются люди, взыскующие благодатного утешения. Наш святой долг, дорогие братья и сестры, приложить все усилия, чтобы сохранить бесценное сокровище, веру православную. А для этого необходимо помнить о подвижниках благочестия, творить дела добра и милосердия, укреплять нравственные начала в своей жизни, уврачевывать любовью раны разделений, приумножать богатое духовное и культурное наследие нашего народа. Да поможет нам в этом Господь молитвами святаго благоверного князя Даниила. Церкви Христовой похвало высокое, града Москвы стено необоримое, державы российские божественное утверждение, преподобне княже Данииле. Пролеет теплое Твое ходатайство ко спасу всех, якода утвердит миром страну нашу, грады и весь ия, и обитель сию добре да сохранит. Благочестие и любовь в людях Твоих насаждая, злобу же, междоусобие и нравов развращение искореняя, всем же нам вся благая ко временному животу и вечному спасению даруй молитвами Твоими, якода прославляем дивного во святых Своих, Христа Бога нашего, во веки веков. Аминь.